Всем привет, с вами снова я, Адмирал, и сегодня мы пройдем Майнкрафт в креативе, как мы это делали уже давным-давно. Давайте я объясню вам правила, потому что просто пройти Майнкрафт в креативе будет слишком просто. Ничего нельзя брать из креатива, то есть вот эти предметы все для меня запрещены, и вот этот портал Вент как бы я тоже не смогу взять. Итак, следующее правило, или же просто напоминание, это мне можно ломать любые блоки. Третье правило. Я ничего не могу взять колесико мыши. Мне нужно будет это как-то добывать, искать. Также я не могу плодить блоки вот так вот. Потому что тоже, естественно, будет нечестно. То есть я могу добыть цветочек, и у меня будет много стаков цветочков. И последнее правило. Нельзя использовать найденные верстаки. Нам нельзя будет в открытом мире просто зайти в него. Нам нужно будет его скрафтить. А как это сделать, я продемонстрирую в этом видосе. Первое, что я должен сделать, это, естественно, добыть какое-то оружие, чтобы я мог вообще хоть что-то добывать или убивать мобов. Так как мы не можем добыть дерево, нам придется сейчас искать каких-то жителей. Посмотрите, на какую я попался тут генерацию. Просто такая пещера прикольная. И, кстати, тут есть скелет, с которого... Опа! Смотрите, я вижу домик, которого мы, кстати, можем выбить лук в теории, и у нас будут бесконечные стрелы, которые мы можем использовать в креативе. Так, нам не повезло, у нас просто выпала кость, которую, кстати, мы в теории можем переделать в костную муку, но пока этим заниматься мы не будем. Мы колокол можем взять, прикол. Давайте возьмем все, что можем. Факел, например. Итак, смотрите, это наш первый сундук. Найс, найс, найс. Теперь у нас много хлеба, можем есть просто до посинения, ведь именно это и хочется всегда в креативе, правильно? Давайте еще наденем кожаную куртку. О, да, теперь мы защищены, и нас не убьет дракон, когда мы будем его мочить в эндер мире. Второй сундук, и ура, тут больше еды. Прям как мы и хотели. Слушайте, мечты сбываются. В той деревне не было вообще ничего. Никакого не оружия, даже в сундуках просто одна еда. Да! Короче, у нас второе задание, помимо найти оружие, которое я до сих пор не нашел. Я еще скелетов поубивал, и мне выпала тупая стрела. Второе задание, которое нам нужно было выполнить, это найти портал в ад. И мы... Да, и тут еще и огниво, офигеть. Короче, мы нашли портал, но, к сожалению, без обсидиана, поэтому пока что мы его достроить не сможем. И мы нашли нагрудник покруче, чем у нас был. Итак, смотрите, давайте немного подожгем леса, потому что просто можем, и полетим дальше. Знаете, что я только что вспомнил? У меня не хватает просто слов, что мы можем сделать. Стоп, мы же... Так, где? Мы добыли дерево. Мы добыли дерево, все. Мы можем... Да ладно, мы... То, что я искал тогда так долго. Ну, кстати, портал я тоже достаточно долго искал, чтобы найти это огниво. Но смотрите, мы добыли дерево. Офигеть, так быстро. Итак, кладем сюда досочки наши и... Та-дам! Итак, знаете, что я подумал? Раз у нас есть стол, я... Опа, я забыл, что у нас не потратится. В общем, я добыл с овечек еще больше шерсти. И давайте докрафтим себе кровати. Что... А, стоп, зачем я столько... Зачем я так много добывал? Опа, пирамидка. Итак, давайте проверим, что тут у нас. Хоть мы еще и не нашли обсидиан, но я думаю, что эти сундуки точно нам не помешают. Так, возможно, мы поторгуемся даже с кем-нибудь. Так, ну особо ничего интересного мы не нашли, так что давайте искать портал дальше и тем самым найдем как-нибудь обсидиан. Так, заметил эндермена, и знаете, что я только что придумал? У меня же сейчас появилось целых 2 железа в инвентаре, я же могу сейчас найти деревню, убить там... Цветок взял перед смертью. Боже, ну зачем? Я могу там убить голема железного и тем самым, получив с него железо, в нашем скрафченном верстаке скрафтить ведро. С помощью лавы и воды просто перемещать туда-сюда лаву с водой и получить портал без обсидиана. А зажигалка у нас уже есть. Вижу деревеньку, и, пожалуйста, давайте, у вас будет железный голем. Да, супер. У нас до сих пор, кстати, лопата, и, блин, надо, наверное, скрафтить. Стоп, у нас есть алмазы. Мы сейчас скрафтим алмазный меч. Почему я до этого раньше не додумался? Ладно. Так, теперь давайте сделаем портал в ад с помощью ведра.
у нас бесконечное ведро. О, почему у нас бесконечное ведро? Я не понял. Почему у меня лава в ведро взялась? Так, что-то я не понял. Я только что вспомнил, что в креативе ведро пустое, оно не берет в себя никаких жидкостей. То есть оно только убирает. Но, когда я только это вспомнил, я решил проверить лаву, и она взялась. Слушайте, напишите в комментариях, это вообще типа норм, это давно добавили такое. Сейчас мы изи, благодаря этому можем сделать портал в ад. Опа, смотрите, мы можем у него купить целых 2 редстоуна. Что ж, ну давайте. Спасибо тебе, добрый житель. Нет ока эндера, но мы сейчас полетим добывать его начинку, а именно ифритов. Я нашел что-то получше даже, чем ифриты, хотя в нашем случае это сложно это так назвать. Но смотрите, тут пиглинов просто дофига. Че, может кому-нибудь золото надо? Это, видимо, какие-то воины. Смотрите, они одеты так красиво, капец. Итак, крепость найдена. Теперь осталось только найти ифритов, что, я думаю, вообще не составит труда. Вот он даже у нас первый ифрит. Итак, все, нам осталось выбить только глаза эндера. И, получается, мы можем уже идти и убивать дракона. Найс. Так, вот мои стержни. И, ого, что-то капец, я забыл, что их по 2 выпадает, ну ладно. Итак, 13 штук готовы, погнали. Куда, где, куда, что? Все, понял, погнали, вернемся уже с порталом. Смотрите, какую я здоровую деревню нашел. Опа, опа, как его-то убивают, быстрей, быстрей. Так, немного поможем, а то что-то не справляется, ты чё? Дурачок, там убивают его жители, а он стоит. Все, все, я нашел этот портал, наконец-то. Кстати, мы могли сделать все-таки одно око и вот так их заплодить. Ну ладно, короче, если я буду еще раз проходить, или вы, кстати, будете проходить портал, если вы будете проходить Майнкрафт в креативе, вот так же, то вы можете знать, что можно сделать всего лишь один глаз. Тан-та-дан! И убираем вот этот вот чешуйниц, я вообще ненавижу. Опа, целых 2, смотрите. Итак, пам-пам-пам-пам-пам. И осталось всего лишь дело за малым. Убить эндер-дракона, с учетом того, что у нас есть даже кровати. На, на! Так, ну что-то мы ему как-то маловато сняли, если честно. Я думал, что убийство кроватью это прям, я не знаю, за секунды. А он, блин, потерял всего лишь 1/5 хп. Да он читер, просто он пролетает сквозь эти колонны тупые. Я не могу из-за этого его догнать. Он входит в колонну, и все. И он вообще быстрее и маневренней. Вот это босс, конечно, даже в креативе сложно пройти, молодец. Он меня достал, я просто буду его ждать, он меня просто дико бесит. Все, иди сюда на смерть. Все, красава, давай, сюда прям, давай, давай, давай. Кс-кс-кс-кс-кс. Давай, давай, давай. На, на, на. Да... Все. Фух. О, кстати, этот нагрудник красивый. Что ж, если вам понравилось это видос, то не забудь посмотреть еще другие, которые появились сейчас на экране. И всем удачи, и всем пока.